Здравствуйте, уважаемые земляки, жители города Новосибирска. Может быть, кто-то из вас меня и вспомнит. У меня есть свой канал в Ютубе. Обращаюсь к вам вот по какому поводу. Когда произошла коммунальная авария в январе этого года, я бы даже сказал, коммунальная катастрофа произошла, то нам всем горожанам сладко говорили, что издержки понесет Сибэко, как монополист, и который довел нас до этого состояния. Но прошло 3 месяца, и вот обнаружились такие детали, что нас просто надули, выждали время, и теперь все эти издержки заплатим все-таки мы с вами, горожане. В этом я убежден. Ну, во-первых, за этот месяц мне пришла платежка, в которой услуги местного УК выросли сразу на 1000 рублей. Попытался узнать, а на каком основании так резко выросла стоимость услуг. И мне очень долго объясняли, что это какой-то перерасчет. В итоге я так ничего и не понял. Это был первый звонок. А вчера на сайте НГС мне попалась вот такая заметка. Транжиры заплатят дважды. В Новосибирской области ввели новый тариф на электричество. И как вот сообщается, плата за ресурс будет 3 разных вида. Всех потребителей разделят на 3 категории по потреблению электроэнергии. Это значит первый диапазон до 10 мегаватт в час, вторая свыше 10 и до 14, и третья категория свыше 14 мегаватт киловатт час в месяц. И все оплачиваться будет по разным тарифам. Так вот это и есть, так как говорится, вот хитрая схема, по которой нас и будут доить за коммунальную катастрофу. На наши плечи перекладывают издержки. Вот это видно из этой статьи. И, кстати говоря, вот эта вот вся схема мне напоминает пресловутые энергопайки Дмитрия Медведева, который тот пытался протолкнуть то ли в 2017, то ли в 2016 году. Тогда эта инициатива была встречена в штыки всеми регионами. Ну а теперь не знаю, теперь время другое. И от монополистов, которые совсем распоясались, можно ждать чего угодно. Вот к таким выводам неутешительным я пришел. Спасибо всем. Пока.